Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне старта президентских выборов в России заявил, что Альянс не может позволить авторитарным лидерам добиваться своих целей с помощью силы. Война в Украине стала одной из главных тем, затронутых Столтенбергом в ходе представления им в Брюсселе годового доклада за 2023 год. On the battlefield in Ukraine. So this is a critical moment, and it will be a grave historic mistake to allow Putin to prevail. Столтенберг убежден, что предстоящие выборы президента России, которые пройдут 15-17 марта, не будут ни честными, ни свободными. Президент Путин удерживал власть в России на протяжении десятилетий. Никто не ожидает, что российские выборы на этой неделе приведут к каким-то изменениям в Кремле, заявил глава НАТО.